Му-му-му-му-му! Да что ж вы делаете? Здрасте, меня зовут Мазл, добро пожаловать обратно в Тэбзы. Ой, пацаны летают здесь, бывает. У нас сегодня компания. Да не обычная компания, а испытанница. Ледяные лучники, друзья. Какая милота. А вот это уже не особо. Что-то многовато вас здесь, а господа. Ты посмотри, башка прыги здесь. Берсерки здесь. Давай пытаться. 3900. Конечно, можно просто лучников взять, но это будет так себе. А если мы сделаем вот так, смотри. Дуга-дуга-дуга-дуга. Охереть, сколько их, а? И вот так поближе. Какая армия, посмотри. Замедляй, подожди. Мы прыгнем первыми. Ух, нихера себе, не первыми. Ну вы подохерели. Нет, стрелы пошли. Куда вы все упали, пацаны, в одно место? Вы что, больные? Нет. Всех зарубят. Бейте всех. Нет, все живые остались. Какие сильные берсерки, а, жесть. Это все? Моя величайшая армия, нет. Ну вы летаете здесь, а? Да, серьезно, ребята. Маловато получается, а? Да у них армия больше, тупо. Фродо, Сэм. И еще сюда. Мы первые прыгаем. Первые прыгаем. Прощайте. Ну же, бейте их, бейте лучников. Красавчик, как красиво, посмотри. Ну что, получается? Кто победит? Ведь это мы. Мы? Нет, не мы, походу. Почти победили, посмотри, трое остались. Какие собаки, а? У них тупо больше армии, нечестно. Воронье здесь? Ну, допустим, как-то вот так со щитами. И полководец наш. Фродо! Как нас мало, посмотри, ну это жесть. Ой, господи, окружают собаки. К людям всех. Нет! Уже всех убили? Как? Так резко? Да вы что, собаки, издеваетесь? Какая поза воронья. Ты что, обниматься идешь? Да, берсерки это жесть. Их еще и больше. Что же делать нам, а? Реально просто лучники получаются? Ледяные лучники вот так? Нормально, какая стенка, посмотри. А ну-ка, Фродо, ты у нас здесь? Поехали. Прыгайте, прыгайте. Ой, не сюда прыгайте. Фродо, брат, держись. Нет. Ну вы что, пацаны, стреляйте. Как-то получается херово опять. Хотя, подожди, все вообще возможно. Не, походу нет. Они добрались. Они добрались, сволочи, нет. Моя великая армия. Как мы не можем победить, а? Я не понимаю. Нас же больше было. Ладненько, Фродо здесь. Давай, стоишь, отдыхаешь. Туда все прыгайте, правильно. Бейте, бейте, на здоровье. Прости нас, брат. Но это нужно для победы. Полите, 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 они далеко. Там еще лучники подходят, а? Собрались, собрались. Ох, боже, уйди отсюда. Там все получается? Там уработали всех. Давайте, 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 ну же. Пятеро остались, четверо. Там еще живой, что ли? Ах ты пакость. Победище! Ну это странное, конечно, решение получается. Покажи, что у нас здесь. Со щитами, со змеями. Со щитами другие. И копьеносцы. 2400 всего. Ну вы борзеете, а? Катапульта здесь и здесь. И все? Давай только сюда ее. А пониже можно поставить сарисы. Ту-ту-ту-ту-тум. Вот так. И капельку вот так. А ну-ка, поехали. Куда вы поперлись? А вы сюда идете, собаки. Камушек. Ну что там, чётенько? Нормальненько, нормальненько. Ой, змеи, пакостные змеи, нет? Ну же, тащите. Даже не могу змею убить. Ну это жесть. Там камушек опять. Ой, красиво, хорошо. Только змеи остались. Кали, 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 брат, жопу его давай, кали. Нет, змея сзади, крыса. Мразь. Там всех убили. Ну ты куда палишь, камушек? Себя убил, что ли? Один пацан остался. Его змея к земле приклеила. Да что же делать, а? Так все было идеально, посмотри. Они застряли. Борись, 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 брат, борись. У тебя копье тоже в заднице. Ну же, кали. Змейки, не ешьте нас. Один и все, серьезно. Гадкие змеи, уйдите. Кали, кали эту пакость. Ну, красавчик, а? Я думал, это все. Рыцарь, барды, тамплиеры, лекари. Базара нет? 1800 всего? Это серьезно. Минотавр. Два щита. Му-му-му-му-му. От души, красиво. Кто орёт? Тихо. Давай, правильно, бей их. Бей их всех. Они же его не забьют? Борись, брат, борись. Вточи всем. Щитовики здесь. Два лекаря осталось. Там еще и барды, господи, барды. Вточи всем, брат. Какой ты мощный, а? Это все. Уработал, красава. Ты себя уработал. И опять модная поза. Пьяное ты вымя. Два мага вот так. Камушки вот так. Щитовик. Заряжайте, братья мои, заряжайте. Ну чё ж мимо? Чё ж всё мимо? Ой, маг. Как всех рубят. Ой, подзатыльничек. Бывает. Это, походу, слив. Нет, пацаны, держитесь. Нет.
Ну что ж такое, а? У нас же камни есть. Ну, курвы, а? Я знаю, кого взять. Берсерков. Пам-па-пам-па-пам. Пам-па-пам-па-пам. Только 6. Да, мало очков, конечно. Башка, прыги здесь. Копье. Запасное копье. А ну-ка, поехали. Ну, дальше прыгайте, пацаны, дальше вот сюда. Куда же полезли, собаки? Не того вы рубите, а не того. Лекари давайте, лекари. Они убили его даже так? Пока его лечили? Нихера себе мощные пацаны, э. Серьезно? Ты опять живой? Старый добрый братишка. Нормальная заруба. Чё за квадратик? А кто в пещере, покажи. Боже, где я? Стой, я потерялся. Никого. 2 вожака, палки, щиты. 2500. Кого же можно взять? И эту пакость поломать? Допустим, как-то вот так. Мы же более сильные, да? У нас же мечи есть. Вроде бы. Давайте, клюйте всех. Клюйте всех, давайте работайте. Чё, всех уже убили? Да не, посмотри, нормальненько все. Армия мощи была. Ты чё не работаешь, а? Запускай птиц. Ну ты чё, брат? Тебя что работают сейчас? Быдыщ. Ой, крылатая собака, а? Сарисы, сарисы. Уже не хватает. Тогда вот так. Ну что у нас здесь? Сразу убили всех? Нифига себе. Нормальненько, посмотри, неплохо, неплохо. Хорошо, все здесь. И все, серьезно. Реально мощные сарисы. Да мы, походу, сделаем это. Калите всех. Красавцы. 3 воронья и 2000. Зевс? Не вариант. Минотавр? Ну, кстати говоря, почему бы и нет? Минотавр здесь. А если он с края улетит? Берсерк. Башкапрыг. И, конечно, Фродо. Величайшая прыгучая армия. У нас все быстрые, резкие. Птицы идут. Нет? Ешьте всех, ешьте. Ой, убили всех. Нет? Брат, ты чё? Выпиваешь? Как же так, а? Тупо уработали всех. Вот так. Ну прыгайте, братья мои, прыгайте. Заряд мощи, красавцы. И что, это все получается? Не может быть. Да ладно, так просто? А если просто башка прыгивает так? Прыгайте, 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 пожалуйста. Чего упали все просто, пьяницы? Ну ты посмотри на это. Даже так победа? Кусайте их всех, кусайте. Реально победа? Но берсерки еще проще были. Даже обычные башкапрыги ломают их. Какой лещ, красава. 2 косы у нас здесь. А в чем подвох? А, там еще посмотри, хоббиты везде. Нет! Какая же болюшка. А ну-ка, Михалыч. О, Михалыч, пришла мощь. И Валькирия. И Фродо. Ну, речь иди, Михалыч. Валькирия нападает уже, хорошо. Только там хоббиты? Да, пусто. Ну-ка, Михалыч, покажи мощь. Ну вы что стали на нее ногами? Такие сволочи. Он своих косит. Давай же, Михалыч. Точи, брат. Ну ты чё пьяный такой сегодня, а? Нифига себе, хоббит летает. Михалыч, ну чё ж ты пьёшь столько? Пам-па-пам-па-пам-па-пам-па-пам. А если вот так, подожди, воронье поставить? И 2 щита, допустим. 1, 2. Двинули. Ну-ка, птички пошли. Давайте, давайте, давайте. Ну же, щитовики. Ну ты серьезно, брат? Ой, все пьяные, господи. Маловато птиц. Хоббиты уже близко. Они воронье съедят. Нет. Ну, скоты, а? Может быть, сарисы вот так? Пам-па-пам-па-пам-пара-па-па-пам. Давайте, поехали. Калите, калите, калите. Какой лещ, а? Нихера себе. Попроще будьте, э. Ой, хоббиты съедают пацана, ну помогите. Прямо за грудь кусают. Господи. Да ладно, всех убили опять? Не такая-то простая карта, как кажется. Да что ж вы делаете? Охренеть. Опять модная поза. Как же это сделать? Копья вот здесь, и вот здесь, и вот здесь. А ну-ка. Нормальненько пошло, посмотри. Нихера себе, 3 копья, и все. Какая мощь. Время, пацаны, время, время, время. Ой, всех сразу, серьезно. Нет. Ну куда вы кидаете, в реку? Вы что, больные? Пацаны. Нет. Не калите нас. Господи. Хоббиты прорываются. Ну куда вы в реку лезете? Стойте. Да ты посмотри, мразь. Далеко не уходи, стой, брат. Это, по-моему, опять херово. Чё, серьезно, с одного удара? Ты чё, подохерел, пацан? Давай работай, э! Ошалеть! Что это было вообще? С одного напаса косу убили. Допустим, ледяные лучники. Да, маловато, конечно. Копьё здесь? А ну-ка, поехали. В реку не лезьте, э! Пам-па-пам-парам-па-па-па-пам. Чё у нас там? Да прям получается херово опять. Как же мы это сделаем, а?
Они слишком сильны. Ой, бедный хоббит. Нет, копье убили. Они добрались все? Ну куда ж все в реку падаете? Стойте, братья мои, нет. Мы, походу, просрали опять. Да ты посмотри, какая жесть. Ну ты посмотри на это, Ты еще и здоровый. Качаешься, да? А ну-ка, армия, собрались. И впереди Фродо. Ну-ка. Кусайте, кусайте, кусайте. Кусайте всех. Что происходит, господи? Где мы, что мы, кто мы? Пока вроде больше синего. Вроде бы. Ну давайте ешьте его, ну что вы тормозите, пацаны? Как убили всех? Там еще и все живые хоббиты красные, как это? Мы даже никого не убили, посмотри. Как это возможно, подожди. Что за бред? Как? Охереть. Две косы. Допустим. Хоббиты вот здесь. Немножко. Но их больше. Колите, колите, колите всех. Колите, косите, неважно. Да как уработали моего? Ну ты посмотри на это, боже, как это? Нет, Фродо! Какой напас. Я не понимаю, что делать здесь. Они тупо будто в разы сильнее. Вроде хорошо копья работали, да? Четыре копья. Камушки против хоббитов, да? Я надеюсь на это. Допустим, пять. И запасное копье здесь. Хоббиты уже близко. Давайте, пацаны. Ну куда вы кидаете? Стойте, куда ж вы кидаете? Все упали, пьяницы. Нет! Надо, походу, дальше ставить. Да какие вы косы, ну ты посмотри, а. Ну вроде получше уже, подожди. Давай дальше тупо. Камушек, камушек, камушек. Два здесь. Ну-ка, 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 хоббиты уже здесь, кто ближе? О боже, одного уработали. Кое-как уработали. Ну кидайте камушки, пацаны, кидайте камушки, пожалуйста. Какие же лещи здесь. Боже мой, всех съедают. Нет. Поражение опять. Тупо небольшая дистанция. Уработали там? Не уработали? Ну вы чё, пацаны, давайте. Один камень пошел туда. Хорошо. Два, ну мимо. Нет, ну так было близко все. Давайте, камушки, камушки, камушки. Нет! Ну чё вы не кидаете, пацаны? Чё вы тупите, Почти все. Да, почти все. Они сами даже в реку упали. И мы просрали. Копьё, 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 копьё. Раз, два, три, четыре. Допустим, поехали. Ну уже, пацаны, давайте. Там уработали? Нет, щитовик! Мы будем тебя помнить. В наших легендах великолепных. Какая-то опять херня получается. Хотя, подожди. Там хоббиты опять живые все. Ну как же так? Ох, красиво. Трое остались. И коса. Ну чё вы тупите, пацаны? Как это сделать, а? А сарисы уже были, нет? Я уже не помню, что мы делали даже. Парочка здесь. Щитовик? Ну-ка, поехали. Я знаю, мы это можем. Пожалуйста, пощадите меня. Охренеть. Нереальные, конечно, косы здесь. Там пока живые, подожди, пацаны. Ну закалите вы его, вы что, издеваетесь, Они все выжили, охереть. Я не понимаю, да что за подзатыльник? Два камушка здесь. Два копья. Они, по идее, дойдут, да? Только не по своим, пожалуйста. Одного убили. Там убили, мимо камни. Блин, мимо камни, ну вы чё? Держись, пацан, держись. Я тупо не понимаю, как они проходят, а? Ой, дебильные, господи. Коса каждый раз выживает. Я охереваю. Что это за бред? Коса здесь и копья. Да ладно, убили всех сразу. Чё вы стали там, Брат, коси их. Этого не может быть. Только в реку не упади, стой. Мы, походу, это сделаем. Мы наконец-то сделаем это. Только не в реку, пакость. Не смей даже. Ну коси их давай, коси! Лечь, да не по-своему! Чё ж ты делаешь, собака? Господи, спасибо тебе! Наконец-то! Сколько я на этой карте был, боже мой! Все из-за вас, пакости! Из-за вас! Ну вы, конечно, валяете здесь. Три рыцаря, четыре лекаря. 2500. Королевич. Лекарь, раз, два, три. Сквайры вот так. И еще капелька здесь. Не хватает на Фродо. Погнали! Давай же, королевич, вточи всем. Затоптали сквайров уже. Давайте, ломайте всех, ну. Полный контроль. Давай, красава. Там живой еще. Двое готовы, да? Че сквайры тупят, а? Ленивые собаки, за что я плачу вам, а? Королевский лещ. Лекари, все уже? Ну ты че тупишь, сквайр, давай бей их. Тупая ты башка, посмотри на это. Лещ. Королевский лещ. Умница.
Ты его по заднице бьёшь? Это же королевич твой, ты чё? Колёса, колёса. А ну-ка смотри, коса, коса, коса. Та-ра-та-та-та-та. И два копья вот здесь. Поехали. Только живите. Ой, живите, пацаны. По идее, поломали всё. Как не поломали? Какие они резкие, боже. Там всех, по идее, уработали. Ну успокойся, пацан, ты чё такой дикий, а? Поехавшая собака, посмотри на это. Успокойся. Как красиво, боже. Такой простой уровень. Прямо не верится. Мамонт. Где же мамонт? Конечно, здесь. Ты чё, братка, поехал совсем уже, а? Ты ведь застрял, небось, здесь. Тебе помочь? Сейчас все будет. Копья. Этого, по идее, хватит, да? Ту-ту-ту-ту-ту-ту. Ой, боже, он близко. Он близко, мамонтишка, не смей. Пощади. Ой, по жопе. Еще живой, ты посмотри, а. Нормальная мощь у него. Нет, пацаны. Кто остался? Конечно, не мы. Валькирия. Раз, два, три. Полетели. Давайте, ешьте его. Чего вы такие тормознутые, а? Вот, заряд мощи, хорошо. Это слишком легко. Валькирия самое то против мамонта. И это все, ты посмотри. Маленькая армия. Сено, вилы, косы, воронье, зелья. Ошалеть. Сейчас мы это поломаем. А ну-ка, берсерки. Это все? Маловато что-то, а? Ну-ка, поехали. Нас, походу, убьют, да? Нет, мы сделаем это, мы сделаем это. Нет, мы не сделаем это. Все очень плохо, пацаны. Кто остался? Отравили, гады, отравили. Напоили просроченным пойлом. И заклевали. Сволочи. Может быть, мамонта, а? Мамонтишка. Допустим, пару магов здесь. Чё с тобой такое, брат? У тебя большая рожа? Или мне кажется? Ну-ка, поехали. Он, по идее, все блокирует, хорошо. Даже птиц давит. Его убили, нет. И магов тоже? Какие сильные зелья, охереть. Ну уже, пацаны, заряжайте. Палочка. Палочка мощи. Мы просрали. Лещ. Ну чё ж такое, а? Та коса еще выжила? Охренеть. Нет, не клюйте нас, пожалуйста. Какой позатыльник. Раз, два, три, четыре, пять. И вот так две. Сработает, нет? Полетели, полетели, полетели. Зелье мимо, хорошо. Чё у нас там? Кто кого? Воронье уже убили? Нас уже уработали? Ну ты чё, мать? Берсерки по-любому здесь. Штук пять самое то. Раз, два, три копья. Капелька здесь. Допустим, сквайры как-то вот так. Можно мага вот сюда поставить одного. Камушек здесь, камушек здесь. Давай еще по одному. Ну-ка, поехали. Давайте, пацаны, прыгайте, хорошо. Далековато что-то все, далековато. Всех убьют, походу. Отвлекающий маневр. Походу, сработало. Камушки есть, там уработали. Что у нас здесь? Походу, получается, стой. Пока все более-менее живы. Нет, зелья. Да ладно, получилось. Давайте, пацаны. Как это было четко, боже, брат. Мак, я обожаю тебя. Ворона почти съела его. У него будто крылья появились. Как это было красиво. Воронё, конечно, могло убить нас. Но мы более великие сегодня. Пока на этом все. Большое спасибо за просмотр. И увидимся.